Всем привет! Вы на канале «Хочу свалить». И сегодня мы сваливаем в славный город Скопин. Да-да, именно здесь живет прославленный Горя и его персональный оператор, не менее культовая личность Рязанской области Дмитрий-62. Вот они, ребята, красоты Рязанской области. А впереди газелька. Везет телят. Въезжаем в город Бронск. Проезжаем город Новомичуринск, который знаменит прежде всего своей Рязанской ГРЭС, трубы которой коптят небо уже не один десяток лет. Бескрайние просторы, поля. Бронский район закончился. Ожидаем Скопинский. Вот он, друзья, Скопинский район. Поприветствуем его. Встречает нас Скопинская земля. Ужасная дорога. Одни голдобины. Гранта Дмитрия долго не прослужит. Кошмар. Обочинку отсыпает. Ты погляди-ка. Есть жизнь в Скопине, друзья. Скопинский фармацевтический завод, как вы видите, процветает. Там стройка идет какая-то. Котлованы, окопы. Вот, друзья, знаменитый на весь мир Скопинский мясокомбинат. Как говорится, Скопинский мясокомбинат. А вот знаменитый поворот. И именно там находится Белый дом. А мы тем временем, друзья, подъезжаем к дому самого Дмитрия. Не переключайтесь. Друзья, вот мы и приехали. Вот он, тот самый дом скопинского видеоблогера Дмитрий-62. А вон стоит его белая Гранта. Сейчас мы попробуем с ним связаться, заснять коллаборационный ролик. Мы вместе съездим к Горе, купим пару чекушек и отвезем ему, наконец, ящик вафельных рожков. Друзья, к сожалению, попытка встретиться с Дмитрием не увенчалась успехом. Но ничего, скооперируемся в следующий раз. Обязательно съездим в Белый дом, проведаем Горю, отвезем ему фотки.
Ну, а пока просто проедемся по Скопину. Есть новый маршрут. Едем. Магазинчики, разруха, Россия, как она есть. С таксистами, светофор, цивилизация.